И всем привет, с вами Изибот, и я хочу рассказать вам про 5 сумасшедших игр в жанре Battle Royale, о которых вы, скорее всего, даже и не слышали. Но здесь не будет ни Фортнайтов, ни пубгов, потому что это изъезженная тема. Поехали! А первым видосом Fortnite вставил. Найс, работа, Серёженька. И 5 место. Cuisine Royale. О май гад. Начинаем мы игру. В чем матушка родила? В качестве брони разработчики предлагают игрокам использовать всевозможную кухонную утварь. Кастрюли, дуршлаги можно использовать в качестве шлемов. А тяжелая вафельница защитит даже самые уязвимые места. Хотя посуда увеличивает защиту, ее звон и грохот слышен другим игрокам поблизости. Будьте аккуратнее. На протяжении игры вам будут открываться неплохие виды на природу и не только. Уф. Здесь все так же мы можем гонять на пазиках, Уралах, буханках, с пацанвой, гонять туда-сюда. Бля, посмотри, как у него шапка трясется. Ну и конечно же, куда же без эпичных сражений, где вы тащите свою команду как папка, а они сливаются. Игра бесплатная в Steam, а поэтому в нее может поиграть каждый, попробовать. Может, это тот самый Battle Royale, где ты станешь киберкотлетой. Также в бою игроки могут найти предметы, улучшающие определенные характеристики. Так, например, капельница ускоряет восстановление очков здоровья, розовые тапочки в виде кроликов позволяют прыгать выше, а сигара удвоит очки здоровья персонажа. Ну а мы переходим потихонечку к топу номер 4. И на 4-м месте у нас расположилась Totally Accurate Battlegrounds. Первоапрельская королевская битва от создателей Cluster Truck и Totally Accurate Battle Simulator, ну, которую вы, наверное, знаете. С примитивной графикой, которая серьезно опоздала к празднику дураков. Главная особенность этого Battle Royale — игроки управляют персонажами, которые больше похожи на разные фигурки из сосисок. И физика у их колбасно-резиновых тел соответствующая. Зато тем более интересно наблюдать за их неуклюжими падениями и перестрелками, как будто игроки сражаются в неком плюшевом мире, где насилие над людьми не чудовищное преступление, а милое и веселое времяпрепровождение, с чем согласны даже жертвы. Ну а в остальном это все тот же самый Battle Royale, в котором вас точно так же выбрасывают с неба, где целью является остаться последним выжившим. И на 3-м месте у нас расположилась Rapture Rejects. Королевская битва в апокалиптической вселенной комикса Candy и Happiness. Скажем так, ты плохой мальчик или девочка, и просто бог тебя не выбрал в достойные претенденты. И поэтому тебе нужно воевать за место под солнцем, с остальными плохишами. Эта игра напоминает чем-то, знаете, Don't Starve или Лигу Легенд по своей графике мультяшной. Все так же, как в остальных королевских битвах, мы бегаем, собираем оружие, пытаемся не умереть или не сгореть. Единственное, что отличает от других королевских битв, это рисованная графика, приятненькая такой, знаете, мультяшинской, и как бы можно не всерьез поиграть, отдохнуть, развлечься с друзьями, возможно. Но хочу сказать, что данная игра что-то дороговато, по-моему, для своих денег. По-моему, стоит она 435 рублей в Steam, а это, блин, так, нормальное заявление. Ну а на втором месте у нас расположилась игра под названием Survival Games.
И знаете, неспроста я вставил сюда музыку из Майнкрафта, потому что, угадай, почему? Потому что она очень похожа на Майнкрафт. Ты также играешь челиком, который выпрыгивает из летающего контейнера, квадратного челика, забыл сказать, где собираешь оружие, какую-то фигню собираешь и пытаешься также биться с остальными выжившими, но как бы их здесь двое. Вот это поворот. Шутка, просто игра в раннем доступе, а выйти она была должна в 2018. Ну да ладно, мы здесь собираем трешачки, такие сумасшедшие игры, а поэтому я ее поставил на второе место, потому что это чисто Майнкрафт. Ну а на первом месте у нас расположилась игра, которая перебила все четыре эти места, и, наверное, это слияние второго и третьего места. Под названием Don't Stand Out. Это красочный сетевой боевик, в котором сальто назад решит все ваши проблемы. Все, что здесь надо делать, это крутить сальтухи назад и стрелять. Ну, еще нужно найти пушки, чтобы стрелять. Все как в обычных королевских батл-роялях. Ну, а у меня на этом все. Поэтому, кому видео понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будет больше видосов, будет мотивация для меня. Если вы будете ставить лайкосики. С вами был я, Изи Бот. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока.